Мудрец утверждал, человек стоит столько, сколько стоит то, за что он несет ответственность. Такую большую ответственность несут люди в белых халатах. Самое главное человека – это здоровье. А здоровье зависит от нас самих и от врачей, от их мастерства, от их профессионализма и культуры. В эту поликлинику я перевелась недавно по хорошим отзывам родных, знакомых и детей. Когда заходишь в эту поликлинику, попадаешь в мир покоя, тишины и уюта. Впервые я познакомилась, первый, с кем я встретилась, это регистратор Анна, миловидная молодая девушка, которая подробно объяснила, как перейти в эту поликлинику, с чего начинать. Помогла заполнить заявление и сразу направила к врачу-терапевту за Киевой. Она отличается спокойствием, вниманием, добротой, осмотрела внимательно, затем назначила лечение, назначила пройти анализы все, и за два дня я прошла все анализы, УЗИ. Большое ей спасибо. Через день я уже попала к врачу-терапевту Серкибаевой Айман Сериковны. Она внимательно посмотрела результаты, разъяснила, как лечить, куда идти. И вот поэтому я ей благодарна. Она не только назначила лечение, но процесс лечения она следила, как проходит, как идет улучшение здоровья. И благодарна я офтальмологу Ким Анастасии Михайловне, которая очень внимательно, очень тщательно осмотрела. Кабинет оборудован современными аппаратами. И впервые в жизни я узнала, что такое промывание носослезных каналов. Затем я была в кабинете УЗИ. В кабинете УЗИ тщательно, очень внимательно отнеслись ко мне. Они сделали полностью снимки всех органов. И затем тут же она объяснила результаты всех анализов. Очень благодарна девочкам из процедурного кабинета. Они всегда встречают с улыбкой. У них добрые, мягкие руки. Большое им спасибо. Идешь с таким большим желанием к ним. В общем, вся работа поставлена так, что уходишь отсюда с надеждой на лучшее, на улучшение здоровья, на лучшую жизнь. Очень удивилась я, как здесь уважают пожилых людей, инвалидов, потому что встречает всех азамат пожилых людей, оказывает им посильную помощь, объясняет. Только зайдешь, спрашивает, вы к кому, вы для чего. Очень мне нравится уважение к этим пожилым людям. Я хочу сказать, что есть такая поговорка: слово может убить, слово может спасти, слово может полки за собой повести. Так и здесь построена работа так, что хочется прийти, что хочется лечиться, что надеешься на лучшее. Я хочу отблагодарить главного врача Нелину Ольгу Алексеевну, которая так четко поставила работу поликлинику. И всех работников, всех медсестер, врачей, пожелать им здоровья, личного счастья, успехов в их трудной, но благородной работе.